Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёстон, на сегодня мы поиграем с вами в игру под названием Life is a Game. Это как «Что наша жизнь? Игра». Жизнь — это игра, нам название игры. Здесь, как мне писал подписчик, мы как бы играем за ребенка и... Ну, сначала он ребенок, потом он взрослеет, то есть это своего рода жизнь. И мы сами выбираем, благодаря нашему выбору, мы определимся... Кем этот ребенок станет? Вырастет он пожарником, полицейским или, ну я не знаю, или преступником? Что из него выйдет? Потому что смотрите, мы проходим, выбираем, да? Родителей выбрали. Отлично, мы идем уже с родителями по жизни. Могли бы, наверное, идти без родителей, да? Собираем всякие соски, пьем молоко. Что это, горка? Ну давайте скатимся. Оп, че? Поигрались маленько, тоже хорошо, да? Это что такое? Так, кстати, там лампочки надо ловить. Это что? А, рисуем на стенах, типа плохо. Так, ну давайте попробуем сейчас хорошо. То есть вот это мы делаем, это я не знаю, что такое. Так, рисовать не будем, да? Рисовать на стенах плохо. Это что, поиграть в футбол, давайте. А, остальных мы выбрать не можем. То есть что-то одно из всего из этого выбираем, да? Так, ладно, дальше что у нас тут? Книжечки, какой-то парень. Get out. Отвали, типа, или что? Какой-то... Ага, типа, сели, позанимались. Хорошо. А, видите, здесь что-то плохо. Get off. Отвали. Слушайте, они меня все почему-то... А, девочка? Они мне все говорят, пошел вон. Это что такое? Так, это я что-то даже выбрать не смог. Слушайте, а что они... Че я им не нравлюсь? Смотрите, типа, мяч хорошо, а что-то другое плохо. Что из меня выросло, ребята? Смотрите, монетки плохо. Блин, я что-то не могу понять. Мне вообще охота все собирать. Но тут, видите, что-то плохо, что-то хорошо. У него настроение падает, ребятки. От еды вот у него настроение поднимается. С гантелями позанимался, тоже что-то стало лучше. Короче, вышел у нас какой-то бизнесмен, да? Так, что-то там, прикупи цветы. О, смотрите, какие девчонки. Тачку надо покупать было. Смотри, вот у нас здоровье есть, да? Это что-то вроде нашего счастья. О, девчонка с велосипедом. Девчонка, давайте вот эту. На остановке, которая сидит. То есть мы выбираем, кому подарим букет. И кажется, мы выбрали не ту девушку. Ну давай вот эту попробуем. Или вот эту. Сейчас, если нам все откажут... Мне кажется, она довольна, смотрите. Дерево. Давайте дерево выбираем. Велосипед берем? Конечно, пойдемте покатаемся. Я думал, они сейчас... Эй, а куда жену мою дели-то? Она тут уже полы пылесосит, отлично. Так, я что... Я похож на какого-то химика, я не знаю, биолога. Я вот не совсем понимаю, что мне надо собирать, а что нет. Что-то у нас темнеет экран, ребята. Кажется, smoking is a grave that sells itself. А, курение — это могила, которая продает себя сама. Что, я типа от курения умер? Я много сигарет ловил? Я даже вообще, вот знаете, как бы, я вот эти штучки какие-то летят, я на них прыгаю и что-то собираю. Я не особо-то обращал, что там есть. А там, видать, среди всего этого добра, да, были сигареты, которые нельзя было собирать, если не... Ну, как бы, в больших количествах. Там маленько можно, но если много, то все. Так, приобрести 150 гемов и офицера полиции... Так. Это, мне кажется, какая реклама. Хотите купить? Нет, не хочу. Мы всего добьемся сами. Ладно, давайте заново, смотрите. Вообще, мне надо клавиши, конечно, надо было настроить, чтобы мне вот это как бы все. Родители. А если я проползаю, типа? Смотрите, я расту сейчас один. Без родителей, да, получается? Без родителей я не могу допрыгнуть до верхнего молока. Ребенок невысоко прыгает. Это первое. С горки кататься будем, да? С родителями без, чё бы с горки не прокатиться. Так, давайте, блин, лампочку. Давайте порисуем. Так, маленько чуть-чуть-то. Чуть-чуть порисуем, давайте. И это тоже все берем. И маленько ума наберемся. Так, здесь.
Порисуем. Прыгнуть ты можешь? Нет, смотрите, он лампочки. Если хочешь сильно умным стать, здесь что? Давайте вот это как бы рок-звезда, да, там, гитарку возьмем. Сейчас-то со мной раньше не общались люди. Типа говорили, отвали. Может, сейчас они со мной будут? Блин, что-то у меня все падает настроение от этих кисточек. Вот, девчонка, мне понравилась в прошлый раз. Будешь? О, смотрите, она теперь мой друг. Раньше мне говорили, отвали. Это тоже друг мне. А, смотрите, я если выбрал музыку, да, мне надо ловить ноты. Слушайте, ну тут иногда трудно... Трудно не по... Ну, как бы, увернуться. Смотрите, золото, почему-то золото делает меня несчастным. Мне уже не надо золото, мне, наверное, нужно настроение. Качалка делает меня здоровее. Слушайте, а здесь пригибаться нельзя? Вот мне бы, знаете, мне бы иногда пригнуться, чтобы эти монетки не собирать. Что-то они меня счастливее не делают. Вот что я заметил. Это что было такое? Блин, что-то ему плохо, ребятки. А смотрите, я могу тут что-то делать, да? Блин, я букет не взял. Я не взял букет, ребята. По-моему, плохи мои дела. По-моему, все идет вообще ужасно. Так. Ну-ка, давайте музычку. Девчонка, пойдешь со мной? О, смотрите. Кажется, удалось. Сразу. Так, отлично, у меня есть девушка. Дерево. Почему бы нет? Давай пикник, отлично. Давай на велосипедах покатаемся. Ой, все, нету девушки. А, ну все, она уже беременна. Отлично. Вот она уже ухаживает за нашим ребенком. Настроение у нас неплохое. Мы, наверное, сейчас дойдем дальше, чем в прошлый раз, да? У меня здесь своя... картины какие-то. Слушайте, я же выбирал изначально не художника. Я же выбирал музыканта. А стал я такое ощущение, что художником. Вон, Мону Лизу. Наджакондил. Так, от монет давайте. Я не знаю, деньги зло, он почему-то... А вот в прошлый раз, как я так от сигарет? Я вообще сигарет не вижу. Ну, реально. О, смотрите, как он умеет. Здесь, смотрите, можно как бы пригнуться и прыгнуть высоко. А он как-то по-другому, в принципе, прыгать стал. Вот, смотри, сейчас он прыгает, просто прыгает. Мы уже состарились, ребят. Ну, мы уже хотя бы до чего-то дожили, отлично. А, время плохо. Так, что это такое? Я ничего не могу выбрать. Я вроде жму выбрать, но вроде как бы ничего не выбирается. Давайте вот это, что такое? А я не могу уже больше сюда жать. Зима. Куда жена делась? Куда вы дели мою жену? Она что, состарилась? Should start new. Что, и все, и в могилу, да? А, жена еще жива, смотрите. Он жил как типичный художник. Вот что нам пишут. Так, знаете, что я понял? Мне надо настроить управление. He didn't have the luxury to have a hobby. Короче, не было какого-то своего занятия. Лухари, ребята. Не было лухари у меня, чтобы какое-то свое занятие развить. Он дистанцировался от друзей. Он был прохладен и бессердечным. А, был прохладным и бессердечным отцом. Люди говорили, он был, ну, как бы с холодным сердцем. Вот так вот. Он... Я счастлива, что мои люди, как бы... Они здесь окружают меня. Нам сейчас покажут какие-то моменты, где мы выбрали что-то не то. А, видите, мы выбрали дом за 1000, здесь есть за 2000, но, видать, на него еще накопить надо было, да? Какие-то основные моменты, которые мы выбрали. Смотри, мы могли нарисовать пейзаж, да, там что-то еще, а нарисовали Мону Лизу, или как вообще это понимать? Слишком долго сидел.
Был ли я хорошим отцом? Я как бы прожил счастливую жизнь, но я был всегда с тобой так холоден, типа того. А, не виделся с тобой после того, как мы выпустились. Этот парень прожил... Это не парень, это девчонка. Типа, счастливую жизнь, как я? Да или нет? Я даже не знаю. А, типа, это не сказать, чтобы это было то, что я любил. Ну, просто так попробовал. Смотрите, мы как бы решили попробовать гитару, но в итоге стали художником. Если бы, может быть, видите, у меня такая мысль. То есть, если мы выбираем футбол, то нам лучше ловить мячи, да? Если музыку, то ноты. Если художника, то лучше ловить эти. Как их там? Ну, кисти, краски. Так, ну давайте, ребятки, попробуем еще раз, но на этот раз я настроил управление, чтобы мне удобненько было быстренько это там прыгать, бегать. Это игра для мобильных устройств, то есть для телефонов, для планшетов, но я играю с компьютера, поэтому как бы сейчас настроился, чтобы это легко было ловить там всякие плюшки и меньше, ну как бы это, больше времени было обращать, что там. Так, смотрите, родителей сейчас выбираем, да, однозначно, берем родителей, родители нужны. Так, мама, папа, теперь мы сможем два сразу молока, верхний и нижний ловить. У нас как бы очень сильно повышается настроение от этого, базовое, да, начальное. На горке, конечно, прокатимся, это хорошо, чтобы, ну, как бы ребенок счастливый. Потом, лампочки стараемся брать. Наверное, рисовать не будем, да? Или надо так маленько, иногда чуть-чуть сплоховать? Хотя нет, наверное, на стенах не надо рисовать, да? Ну, у меня просто иногда такое ощущение, что от этого мне будет легче подружиться с другими. Поболтать там и так далее. Смотрите, мы можем... Что это такое? А, это саксофон, это музыка, да? Давайте музыку сейчас стараться ловить, заполнять. Как бы побольше нот музыки. Здесь что, посидим, поучимся, да? Так, с тобой, парень, болтаем. Отвали. Вот видите, я уже не нравлюсь окружающим. Девчонка. С девчонкой мы подружились. Так, это что такое? Блин, я чуть это не подумал, что-то плохое, что он сейчас будет делать. Знаете, единственное, чего не хватает иногда? Так, смотрите, еще с одним подружились. Ну, то есть, тут люди разные в школе. Да, с кем-то мы не подружимся, но с остальными можно. Это что такое? Еще одного друга завели мы, ребят. Так, занятие. А где вот сигареты, от которых мы умерли в прошлый раз? Я вообще здесь не вижу никаких сигарет. Давай, рок-группа. О, вот это поймай. А, не, это что-то плохое. Жизни нам отнимают. Это может быть сигареты или что-то в этом роде. И видите, деньги. Короче, тут деньги как бы такое мерило. Ты можешь зарабатывать деньги, но у тебя не будет счастья. Букет берем за 300. А, видите, а был букет за десяточку. Мы взяли дорогой букет. Не, нам надо было найти девушку, которая будет рада, даже если мы ромашки с поля подарим. Смотрите, у нас деньги в минус ушли. Нам сейчас прямо надо обязательно деньги зарабатывать. Я уже маленько понимаю концепт игры. Девушка, смотрите какая, хорошая, с книжкой. Но она... Нет. Нет. Блин. Так, погоди, погоди. Давай кого? Давай вот эту вот, смотрите. Блин, она тоже нет. Черт побери, ребята. Мы сейчас не найдем свою девушку. Последний шанс. Нет, нет, куда ты? О, блин. Я жал, спамил, пробел. Но, ребята, он просто прошел мимо. Погодите, а здесь же еще есть вот такая вот штука там. Поиграть музыку. Смотри, холостяк, да? Холостяк, без девушки остался. Мне уже точно как бы хороший конец не светит. Скажешь там, прожил один, умер один как собака. Ни детей, ни жены. Ну что, давайте тогда деньги собирать. Раз у нас другого счастья не предвидится. О, это что там пришло нам в голову? Смотри, в принципе, деньги, вот видите, деньги дают деньги, но отнимают счастье. Smoking is a grave that sells itself. Опять курение
Может быть, когда мало счастья, тогда начинается вот это курение. Я не понимаю, ребят. Я вроде никакие сигареты. Я их вообще в глаза не видел, тут сигарет. Но это явно, короче, сейчас, ребята, плохо было, да? То есть мы даже не дошли до какого-то финала там. Как бы в первый раз, ну, не в первый, во второй, да, нам хотя бы там сказали. Тебя любили, тебя не любили, там, был холоден с семьей, но у меня хотя бы семья была. А сейчас вообще, видите, плохо получилось. Давайте заново, все фигня, давай заново. Родителей, конечно, берем, да? Собираем всякие эти. И тут еще вот как бы я иногда могу, вот видите, в нижнем левом углу там выбрать музыку, там что-то, то есть поиграть, вот такое. Я не знаю, зачем это, но периодически оно светится, его можно активировать. Будем сейчас как бы туда поглядывать. Так, смотрите, лампочки ловим все. Сейчас будем очень умными. Рисовать на стенах не будем. Вот это вот там как бы ребенка будем по минимуму ухаживать. Хотя, наверное, это очень важно. Наверное, важнее, чем лампочки. Ну ладно, смотрите, какие мы умные и разумные. Куда нам таким умным? Ну ладно, давайте опять в музыку ударимся. Я умный музыкантик. Давайте сразу. Пи-пи-пи-ю. Так, книжки плохо, да? Короче, мне ноты надо ловить. Видите, здесь как... Так, ты будешь со мной? Отвали. Не хочет. Девчонка, будешь? Тоже отвали. Слушай, никто со мной не хочет общаться. Вас можно? Ой, меня эта сцена, конечно, забавит. Но это какие-то бестолочи, они наши друзья. Но меня, знаете, что удивляет? Здесь как бы часто, ну, ты лишен какого-то выбора. Ты собираешь, хочешь ты или нет. Так, давайте сейчас деньги маленько собирать не будем. О, что это такое? Упс. Так, что-то у нас не получилось. А здесь можно? Упс. Что-то, ребята, у нас плохо дела. Здесь можно? Во, какая-то ерунда. Давайте маленько поиграем на гитаре. Я уже в каком-то офисе работаю, ребят. Я даже не заметил, когда я там успел... Там же, наверное, тоже выбираешь, да, там, одну работу или вторую. Давайте сейчас ромашки купим за десяточку. Недорогой букет. Бюджетную зато машину мы себе покупаем. Видите, до этого мы как-то без машины играли. Теперь у меня есть машина, я не езжу на автобусе, как раньше. Правда, деньги мои ушли в минус. Давайте маленько поиграем. Тебе можно букет ромашек подарить? Блин, кажется, нет. А, не, можно, смотрите, она довольна, отлично. Даже без букета за 3 сотки мы нашли свою девушку. В парке посидим. Слушайте, а здесь, наверное, вот как бы можно выбрать велосипеды. Ну ладно, да, велосипед тоже выберем. Я хотел, думал, может быть, как бы выбор есть какой-то там. Парк, велосипеды или еще что-то. Но нет, никакого выбора. У нее глаза какие-то как остановившие сейчас были. Так, отлично. Ребенок есть. И вот, я могу позвонить жене иногда, видите? Как бы это, и надо в двоечку и троечку периодически жать. А, это, наверное, как бы поддержание связи с семьей. Так, сейчас деньги мы до плюса доведем, а то у нас в минусе. Надо маленько в плюс уйти, даже если мы будем маленько несчастливы. Давайте еще семье звоним, и потом двоечку надо активировать. Я понял, что это такое. Это типа поддержание общения с семьей, что даже когда ты на работе, ты не забываешь про семью, что ты звонишь. Вот почему мне говорили, что я холоден, потому что я там даже не позвонил. И друзьям теперь, смотрите. А, двоечки нету. Ну ладно, давайте семье еще раз. Я такой семьянин прям постоянно. А, денег, денег, ребята. Мы не накопили на какой-то дом и живем на помойке. Ребят, нам надо было хотя бы 3 сотки. Ну, с милым же рай и в шалаше. Че это такое? Че? Я даже это выбрать не могу. Я как бы жму выбор, выбор, выбор. И, кстати, вот это тоже я не могу выбрать. То есть оно моргает, но оно ничего не выбирается. И вот они, сигареты. 5 из 7, ребят. Смотри, мое здоровье все сошло на нет. If you are man. Дом, вот надо бы было на дом накопить. То есть деньги все-таки важны, да? Но они делают меня несчастным. Он прожил бедную так. Короче, он жил как бедный офисный сотрудник. Офисный планктон. Бедный. He didn't have the luxury to have a hobby. Что-то не было, короче, у меня хобби. Занятия своего не было.
держал дистанцию с друзьями. То есть с друзьями мы по-прежнему не очень. Хотя я там вроде, ну, как бы, ну, не на троечку, да, у меня. Но я был хорошим, ребята. В этот раз я хотя бы был хорошим мужем и отличным отцом, ребятушки. Люди говорили, что у меня холодное сердце. Но люди, как бы, они не видели, что я вот такой отличный семьянин. Видите, какая у меня жена хорошенькая. Пиу-пиу, тут мне машет рукой. Отлично. И всеми остальными частями тела тоже машет. I was glad that my people were around me. Ну, как бы, я счастлив, что мои люди окружали меня. Сейчас опять пойдут назад. Но я помню, ребят, у меня нет склероза. Я помню, что мы там как... Ну, хотя ладно, покажите нам основной выбор. If I could choose the best moment of my life, this would be it. Ну, как бы это был лучший момент в моей жизни, если бы я мог выбирать. То есть, когда моя жена подарила мне ребенка. Thinking about now, I should have spent more time with you. То есть, оборачиваясь сейчас в прошлое, я думаю, что я должен был проводить с тобой больше времени. Слушайте, а у меня разве был какой-то выбор? Я где-то мог больше времени с ней провести, где-то меньше. Я и так звонил всегда. I don't care what they say. I loved this car the most. I really rode this one until it broke down. Как бы неважно, что они говорят. Я действительно любил эту машину и ездил на ней, пока она не сломалась. То есть, там говорят, фуфло машина твоя. Что это за Лада Приора? Но мне нравилось. It was just fulfilling. I was happy all day long. То есть работа мне моя нравилась, да? Я не знаю, что это за работа была. There were times that they scolded me. But I'm sure they just wanted me to be better. То есть как бы случались моменты, когда они... Что это? Может быть, плохо ко мне относились, но я уверен, что они просто хотели, чтобы я стал лучше. Я не знаю, я помню, что здесь что-то плохо пошло у нас. Вот, ну, как бы не понимаю, что-то тут пошло не так. Ну и что, и все? It's not like I liked it or anything, just wanted to try for fun. Короче, нам не получается развить какое-то хобби, понимаете, да, то есть... Стать там футболистом или вот этим музыкантом. It was such a great journey. What a really... Окей. Чё, ребят, не знаю. Давайте еще разочек попробуем что-нибудь из нашего человека сделать. Сделать человека из нашего человека. У нас уже, по крайней мере, мне кажется, лучше получается. Ну, давайте последний разок, наверное, сегодня. Если вас прямо цепанет, мы попробуем в следующих выпусках. Окей, родителей берем однозначно, да? Родители – это как бы семья, это главное для формирования здоровой, полноценной личности. Видите, мы можем по две банки молока за раз ловить, а некоторые банки нам даже ловить не нужно. Так, макушкой заденем. Попробуем сейчас, знаете что, я думаю, максимально как бы ловить не интеллект, а вот этого парня снизу. То есть, если интеллект мешает ловить парня снизу, нафиг нам такой интеллект? Ой, блин. Сам себе против... Один раз кистью помалю им. Ай, блин. Все не поймаешь. Тут, видите, надо выбирать. Один раз я помалевал кистью, чтобы мне, во мне чуть-чуть было задоринки такой. Выберем вот этот саксофон. Все, играем музыку. Ну, я не знаю, я такой типа джазмен, да? Так, это плохо. Вот это выбираем. Я не знаю, что это такое, но я его всегда это выбираю. Ты парень. О, смотри, это мой друг. Все, я уже другу сразу названиваю. Короче, стараемся это не терять. Давай, это, опа. Меня этот момент всегда так смущает. Ой, мне всегда кажется, что он сейчас что-нибудь такое вытворит. Так, этот парень просит, чтобы мы отвалили. Ну ладно, давайте еще в музыку поиграем. Смотри, с друзьями у меня уже троечка. Мне нужно троечку по музыке. Денег, давайте маленько денег зарабатываем, конечно. Девчонка, о, отлично. О, это тоже, музычку, давайте музычку. По-моему, у нас все сейчас вообще отлично идет как-то. И деньги зарабатываем. Сейчас бы только не умереть от курения, вот единственное, что меня... Вот это что за летящая штука была? Наверное, ее надо ловить, мне так кажется. Букет за 300, нет, давайте ромашки.
Машину, смотри, за 400 грузовик, давай. Блин, все деньги потратил. Еще раз, музычку давайте. Друзья, смотрите, пошла желтая полоса. Надо постоянно эту музычку, так. Кому ромашки? Где вот эта наша девушка, которая точно не против ромашек? Да-да-да. Так, давайте семью развиваем. Блин, трудно развивать все, да? Выберем вот это дерево. То есть надо постоянно, как только откатилось, сразу там друзья, семья, что-то развивать. Ну, давайте все, я не знаю, равномерно или маленько. Давайте еще раз музыка, а то опять скажут, не было своего хобби. Они постоянно нам это говорят. Но семью надо тоже до троечки хотя бы догнать. Прям по откату надо это дело сжать. Я уже маленько тут смекаю, как надо. Жена, все, поговорили с женой. Еще маленько денег. Знаете, надо на дом хотя бы 300 нам набрать. Ой, это, вот это сигареты, ребят. Спасибо. Сигареты, короче, вообще, я теперь понял, как они выглядят. Мы их будем старательно... Блин, да, вот только что мы поймали. Че это с тобой? Ну как ты? Ты че на коленях, парень? У тебя что? У тебя что-то это. И брюшко, кажется. Вот эту штуку, наверное, надо было ловить летящую. Наверное, я не знаю. Дом, что, 250 монет. Мы не можем, ребят, мы опять будем жить. Так там дом за 1000, вы видели? А че, я помню, как-то раз у меня был дом. Неужто я накопил на тот дом за 1000? Так, блин, я... Что-нибудь выберите? Я не могу ничего из этого выбрать. А знаете почему? Потому что, мне кажется, у меня здоровье кончилось. То есть я здесь еще мог что-то прыгать, что-то делать. Я просто... Я словил много вот этих... Время... Короче, время там вообще надо избегать. Здоровье очень быстро подкашивается. То есть я мог еще успеть там какой-то выбор сделать и так далее, если бы я так рано не помер. То есть там что-то еще надо вот успеть, как бы увернуться от этих всех таймеров и что-то успеть сделать. Но я вижу, что там на могиле моя жена уже была не одна. То есть, наверное, кто-то из друзей пришел. В этот раз у нас лучше с линии друзей, мне так кажется. Ну, давайте почитаем. Он прожил... жизнь, ну как бы, он жил как бедный офисный планктон, да? Он любил джаз. He listened to his friends' problems at times. Он, короче, выслушивал проблемы своих друзей, да, время от времени, ну, общался. Он был прохладен к миру, но... Он был как бы теплым к своей жене. Люди запомнили его как хорошего человека. Уже лучше, ребята. Слушайте, мы делаем успехи. Он. Я, да, он. I was glad that my people were around me. Я рад, что мои люди меня окружали. Но согласитесь, в этот раз у нас получилось гораздо лучше, чем в предыдущие. Конечно, можно намного лучше. Это было хорошо помогать окружающим, да? Я кому-то там помог, да? Я там помню, я девчонке помогал собирать листовки. Нужно было больше времени проводить с женой, да, вот тут говорят. Я даже назвал... I even named it and showered it with love. Ну, как бы он даже дал имя своей вот этой машине. И, ну, как бы, любил, короче, я свою тачку. Dump, as always, I'm going to miss you. Типа, буду по тебе скучать? I used to think that helping each other during bad times was the right thing to do. Короче, я думаю, что помогать друг другу during bad, в плохое время, это хорошая, короче, идея. The drinks we had were quite the consolation sometimes. Напитки, которые
Ну, я не знаю. Мы с ним выпивали, что ли, с этим парнем? Или что, я не совсем понимаю, о чем тут речь? Yeah, I think people should know how to play at least one instrument as a hobby. Я думаю, что люди должны знать, да, как это, играть хотя бы на одном инструменте. Должны уметь играть на, хотя бы на одном инструменте, как хобби для саморазвития. It was such a great journey. What a relief. Ну, в общем, в целом, мне кажется, неплохо, да, у нас в этот раз, ребят, получилось. Можем, конечно, я не знаю, попробовать вырастить более, ну, как бы, и старость хотелось бы прожить нормально, да. И что-то, может быть, все-таки как бы, я что-то последние разы покупал машину, но жил в каком-то бараке. То есть как-то, может быть, заработать на дом. А может быть, деньги сохраняются, и как бы ты одну жизнь живешь такую себе, деньги, не знаю, это, наверное, бред. Наверное, все тут обнуляется каждый раз. Но как-то вот заработать бы и на машину, и на дом было бы неплохо. И в целом, как бы, до старости там, как бы, продержаться. Там какой-то выбор в старости есть тоже, всякие выборы там. А я уже все, у меня уже сердечко, я слишком рано помираю. Слишком много вот этих часиков ловлю, которые, ну, как бы, там надо поосторожнее быть уже ближе к старости. Я думаю, да. Ладно, ребятки, пишите, что думаете. Спасибо вам за просмотр. У меня на этом все. С вами был 1101. До новых встреч.